Вот вас тут только 8 детей, маловато, ну ничего, я купил на блошином рынке ложки по 5, по 10 рублей, выгодно. И в магазине Forest M купил желейку и флейту какую-то интересную русскую. Дал вам задание, уже прошло 4 часа, должны были все разучить какие-нибудь мелодии на этих инструментах. Кто на чем, давайте проверим. Звезда первая. Теперь Андрей, давай проверим, звезда. Ничего, молодец. Молодец, чуть похоже, но молодец. Маша теперь как? Ну, молодец. А Егорушка, ну-ка давай, ты чего? Проверь там. Молодец. Вот Егор лучше всех. А царь у нас как? Поняли, что можно играть все. Прошло тут 4 часа, все сразу научились играть на всех инструментах. Флейту еще толком не освоили, но ничего. За 4 часа семья может все. Ансамбль создадим легко. А это у вас без нот по слуху, хотя разобрались, какие ноты, да? Да. Ну, теперь можно на этой желейке играть любые мелодии, хоть джазовые, хоть западные, чего хочешь. Это обычная, как флейта. Для Алексеевых это не препятствие. Нашему роду нет переводу, да. Алексеевы лучше всех, да. Семья русов не пропадет, да. Ну, а вон нас-то сколько, 15 у меня детей, значит, у каждого из вас по 6 сестер и по сколько там, 8 братьев, или да, по 5 сестер и по 9 братьев, кого что, непонятно? Богатые, дальше некуда. Молодцы.